Куба. Привет, с вами доктор Влад. Интересно, меня вчера целый день током било, вот статическим электричеством. До чего не дотронусь, бьет током. Чё такое? И чё с этим делать? У меня есть какая-то пшикалка от статического электричества. Да она не помогает нифига. Может, кто знает, как с этим справиться. Ладно, новости какие? Ну, новости сами знаете какие. Коронавирус. Информация из Франции, вот Галина мне пишет. Живу в Парижском регионе. С сегодняшнего дня после 12 часов штраф 38 евро за нарушение режима в стране. Все на сайте правительства написано. А завтра уже штраф, ну то есть сегодня, штраф 135 евро весь день. С утра идет информация о том, как себя вести. При выходе на улицу надо распечатать бумагу, заполнить ее. Можно выходить на улицу для передвижения. Куда можно ходить? Магазины, аптеки, врачи. Прогулки с собаками, славьте Господи. Выход граждан на улицу. Сегодня соседка с утра пошла в гипермаркет. Он открылся в 8:30 и уже в 9 часов закрылся. Пустые прилавки. Какой-то Карфур. Ну, наверное, у них популярный, да? Вчера была очередь в аптеке и гипермаркет. Такое впечатление, что у нас военное положение. Такая ситуация на 2 недели, может, больше. Транспорт в Париже работает в сокращенном режиме. Все приемы к врачу. Только если что-то экстренное, боль и так далее. Даже сдача анализов. Вызвали всех врачей, кто находится на пенсии. Весь медперсонал работает в спецрежиме. В регионе Альзас большое число заболевших. Альзас вроде бы. Ну ладно, неважно. Выходим на улицу, расстояние между людьми не менее метра. Не кучковаться. Ой, как в Краснодаре. В Краснодаре сейчас тяжело, да? Там, когда встречаются, сразу обнимаются и целуются. Не кучковаться, хотя Краснодар от Франции далековато. Мы ходим в парк на прогулку на расстоянии, так как надо хоть немного двигаться. Такая ситуация месяц, это ужасно. Франция закрыта на въезд и выезд на месяц. Вот как-то так, пьем витамины. Ух ты! Вот это да. Я, кстати, вчера подумал насчет туалетной бумаги, и кто-то мне даже подсказал немножко, но у меня у самого такие мысли были. Наверное, покупают туалетную бумагу из-за того, что хоть что-то надо делать. Вот, ну, хоть что-то. Как у нас в Саратове, я еще студентом был, в автобусе толкучка, не в автобусе, даже в троллейбусе. Толкучка страшная, давка. Вот, и одна женщина кричит на весь троллейбус. Мужчина, мужчина, вы на меня легли, ну, делайте что-нибудь. Ну, вот, наверное, как-то так. И, да, я продолжаю. И вот туалетную бумагу, хоть что-то надо делать, вот как это, лечение содой, вроде что-то делаешь, или полоскать это, постным маслом рот, да, что-то делаешь вроде, ну, наверное, лучше будет здоровье. Вот и с туалетной бумагой так же. Набрали, ну, на всякий случай, ну, пригодится, вон она какая белая, чистая, наверное, поможет от коронавируса. Ладно, что тут еще? А, во, ёлы-палы. Ученые рассказали, почему скупают туалетную бумагу при угрозе коронавируса. Это я вот начал говорить, а потом, ну я не помню, что я тут вчера накидывал. Да, во, элемент контроля и безопасности. Вот так, да. Раскупили в США, Европе, Австралии, Японии, Новой Зеландии. Когда люди слышат о коронавирусе, они боятся потерять контроль. А туалетная бумага выглядит как способ, по крайней мере, обеспечить гигиену и чистоту. Объяснила преподаватель Квинсленского технологического университета по вопросам общественного здоровья и социальной работы Ники Эдвардс. Да, во, точно. Я вот по памяти говорил, а тут вот есть, да. Для людей туалетная бумага – это элемент контроля и безопасности. Есть так называемый фу-эффект. Когда речь идет о гигиене без использования туалетной бумаги. К тому же людям нравится чувствовать, я так и не понял, что такое фу-эффект. К тому же людям нравится чувствовать, что они что-то делают, когда чувствуют опасность. Ну, правильно. Кроме того, многие используют туалетную бумагу вместо носовых платков во время простуды. Это да, вот это точно. Кроме того, туалетная бумага принадлежит к товарам, которые не портятся, и поэтому ими действительно можно запастись. Да, ну, правильно все. Напомню, последние дни новостные ленты пестрят снимками из супермаркетов, в которых покупатели разметают продукты первой необходимости, крупы, макаронные изделия, соль, спички, туалетную бумагу. Ну, это с России, что ли? Откуда сайт-то? Чей сайт? Вести? А, УА, это Украина. Ладно, хорошо. В Гонконге из-за коронавируса украли 600 рулонов туалетной бумаги.
Вооруженные мужчины украли у службы доставки 600 рулонов туалетной бумаги на сумму 200 долларов. Об этом сообщает BBC в понедельник 17 февраля. Воры напали на сотрудника доставки, угрожали ему ножом. Правоохранителям удалось задержать мужчину, у них изъяли часть похищенных рулонов. Ой-ой, а тут была эта идея, не помню, где вот сейчас что-то мелькнуло, да, что нужно водкой запасаться. Вот дурные, да, в России водкой запасаться, ну это же бесполезно. Это как сноха к нам тут пришла, а Татьяны не было. И, значит, смотрят у нас цветы поверили. Говорит, Володя, а где водка у вас? Я говорю, нашла у кого спросить, а? Вот, ну она где-то копалась, нашла там что-то. Говорит, для цветов водка хорошо. Не знаю, она чудная вообще. Наша сноха-то. Ладно, Путин завтра посетит оккупированный Крым. Ну, судя по слову оккупированный, это РБК Украина, да. А зачем? 2 дня он там будет. Эх, итальянцев бы туда заслать. Да. Будет вручать российские государственные награды строителям Крымского моста. Ну, пока не упал, он спешит. В Италии произошло землетрясение, мама родная, еще и землетрясение. На юге Италии в области Калабрия. 3,9, ну, магнитуда 3,9. Надо же. Ну, вроде все живые. Так, о, ребята. Знаете, кто умер? Вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Валентина Гагарина скончалась 17 марта на 85-м году жизни. Об этом сообщили в ТАСС. И тут фотография. Свадьба Гагарина состоялась 27 октября 1957 года в Оренбурге. Ой, какие они симпатичные, красивенькие. Да, были дела. В 1957 году я уже, мне уже целый год был. Так, и еще умер, знаете кто, Эдуард Лимонов. Какой-никакой, такой рассекой. Ну, все-таки личность популярная, да. Из-за осложнений после операции. Он сразу 2 операции перенес. 43-го года рождения. Эмигрировал. Ну и так далее. Широкую известность ему принес роман «Это я, Эдичка», который написал в эмиграции в Нью-Йорке в 76-м году. Ну, я начал читать. Ну, там мат сплошной, ребят. Я такое не читаю. В Италии нашли лекарство от коронавируса. Результаты впечатлили. Как они его нашли, непонятно. Оказывается, есть такой препарат против ревматоидного артрита – тоцилизумаб. И вот они что-то попробовали, у них получилось, вот они рассказывают, да. Это стало следствием научного эксперимента, протокол которого был одобрен на государственном уровне. В общей сложности уже 11 пациентов в Неаполе лечили не по назначению указанным препаратом, и результаты впечатляют. Какая-то фраза странная – лечили не по назначению указанным препаратом. Ну, не по назначению, в смысле, он от гриппа-то не идет, а вот решили вот этим вот. Напоминаю, он от ревматоидного артрита. Надо же. Пошли на поправку даже. Президент Владимир Путин подписал указ о проведении всенародного голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля. Ну, так вот, да. Несмотря на пандемию, назначил. Да, я изругался, кажется. Так, динамика цен на нефть. На нефть опустилась, она опустилась до 28 долларов. Ой-ой. А доллар, ну, в смысле, рубль держится пока. Так, более-менее держится. Мне где-то тут было. Сан-Франциско жителям запретили выходить из дома. Штат Калифорния, если кто не знает. Жителям 7 округов мегаполиса запретили выходить на улицу без крайней необходимости. Только за продуктом в аптеку, все. Запретительные меры затронули почти 7 миллионов человек. Закрыли рестораны, будут работать только на вынос. Ой-ой. Жертв коронавируса в США 85. 85, да что такое, нос чешется. 85 человек погибло. Да, все равно мне это кажется каким-то странным. 85 человек. Ну ладно. Так, за сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах. Ребят, 15 регионов обнаружили. Тверская, Тамбовская, Калужская, Нижегородская, Пензенская. Всех заболевших поместили в боксы. Оперативный штаб по коронавирусу. То, что Москва якобы будет закрыта на карантин, не соответствует действительности. Ну как же? Ну конечно же Москва. Столица нашей Родины, сердце России. В республике Коми
Неизвестные обстреляли картечью вертолет Ми-8, доставлявший горючее в поселок ШИЕС. Ну, помните ШИЕС, там где это? Мусорный полигон. Обстреляли. Вы представляете, партизанщина какая? Я говорил, на Дальнем Востоке там два экскаватора сожгли. Теперь вот, ну, народ вообще разозлился. Вот, ну, просто вот, куда деваться? ТАСС. Победа не может вернуть из города Тиват около 1000 россиян из-за запрета, наложенного в Черногории. Из Черногории застряли. Там тоже уже, я вам говорил, что последняя страна оставалась без коронавируса. Там тоже уже есть. Там застряли. А черногорцы говорят, что вот мы вам это, вот эту 1000 вернем назад, если вы выпустите, значит, обеспечите бесплатный перелет 50 черногорских граждан, которые сейчас в Москве. Вот мы вам, вы нам, баш на баш. Понятно, да, Путин удивился росту цен на бензин более чем на 10% в год в условиях снижения мировых цен на нефть. Ну, объясните дедушке кто-нибудь, а? Что в России бензин просто дорожает вот вне зависимости. Цена на нефть поднялась, бензин дорожает. Цена на нефть опустилась, бензин все равно дорожает. Он удивился. Ой, ну какая-то гадость вот эта вот, а? Заливной Путин. Так, а нефть, что нефть? Нефть, нефть, ребята, 28,66. Это на 17-е, сегодня уже 18-е. Ну, еще упадет. Так. Житель Великобритании выиграл в лотерею почти 70 миллионов чего? Долларов, да. Ну, что, покупайте лотерейные билеты. Назван риск удаленной работы для банков. А, если будут из дома они работать банковские, да, то ну, больше будут хакерствовать будут больше. Потому что дома же компьютер все-таки не так защищен, правильно? Как в банке. В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса. Интересно, вот опять каникулы, да, взрыв это хлопок, экстренная ситуация это каникулы. Каникулы объявили, ну подумаешь, каникулы. Да. Задержание туристки за купание в бассейне на Тенерифе сняли на видео. Вот интересно, смысл в чем? Нельзя купаться в бассейне, туристка поплыла купаться, да? Подходит полицейский. Ну, я вам просто рассказываю. Давай вылазь. Не, не вылезу. Снимает форму. Туда, значит, сам ныряет в этот бассейн, ее вытаскивает оттуда, надевает наручники. Вот так полиция действует, ребята. Это Тенерифе. Так и надо. Шнуров написал стихи о росте цен на бензин и призыве Путина не покупать продукты. Шнур так и пишет стихи. Кстати, у него спросили про Крым, и он сказал, что-то типа того, поживем увидим, что ли. Его прям заклевали там в этом депутаты все. Как это поживем увидим? Как это? И вот он опять стихи тут пишет. Никогда народ не кинет, наша избранная власть. Мне знаете, что нравится? Черт с ним, со Шнуровым. Но мне нравится, что стихи стали популярны сейчас, да? Помните, Рождественский, Вознесенский, там стадионы собирали. Вот сейчас опять стихи пошли. Быков пишет стихи. Шнур пишет стихи. И их читают. Вот это здорово, что их читают. Да, интересно. Великая депрессия, экономика, Великая депрессия 2. Ну, может быть. На американском фонде, это знаете, кто пишет? Это пишут Владимир Левченко, экономический обозреватель на «Эхе Москвы». На американском фондовом рынке очередной рекорд. Критическим моментом для индексов стало заявление президента США Дональда Трампа о возможности наступления рецессии в стране. После этого 500 потерял какой-то S&P, и Dow Jones 13% потерял. S&P 500 потерял 12%, Dow Jones 13%. Сильнейшее падение с 1987 года. Кто-нибудь вот замотайте его туалетной бумагой, а? Трампа, чтобы он молчал. Он вообще он не отдает отчет, что он президент, да. Вот брякнул, бах, и это самое. Ну, вообще-то, да, может быть, и депрессия. Великая депрессия. Если кто не знает, почитайте, что это было. Курс доллара превысил 79 рублей. Ой-ой. Ой-ой. Это 18 марта. 79,22. Ничего, пельмень, да. У русских кровь на 75% состоит из водки. В США обсуждают фанатов «Зенита». В Петербурге, да. В Петербурге так и играют. Так и играют в футбол и куча этих
идиотов на трибунах, везде все позапрещали, все футбольные вот эти вот. Ну, это же места массового скопления. Не, они вон это и скандируют: мы все умрем, мы все умрем. Ё, да, вот американцы где-то тут вот на каком-то форуме. А, вот журналист Брайан Макдональд выложил видеозапись фанатской трибуны питерского «Зенита», где отчетливо слышны скандирования фанатов «Мы все умрем». Ну вот американцы написали, а что русским сделается? Они стерильные, у них кровь на 75% из водки. Нифига, да? Ну и последний вот тут новый день какой-то. Надвигается какая-то беда. Возможный сценарий развития событий. Да, ребят, самое главное, я не буду читать статью, она дурацкая. Он говорит, что тут возможна революция. Я не думаю, что возможна революция в России, но беда надвигается. Вот такие дела, всего хорошего. Доктор, да ты где, доктор? До свидания, всего хорошего, с вами доктор Влад.